Добрый день, дорогие друзья! На самом деле сейчас вечер, и я хочу попробовать технологию, которую предложил мой друг Игорь Владимирович Белянин из Нижнего Новгорода, страстный любитель, энтузиаст всякого стрима, вещания. Я сейчас последую его совету, и для того, чтобы выполнить эту инструкцию, давайте ее посмотрим еще раз. Необходимо выбрать камеру, выбрать микрофон, нажать в эфир, и все. Это появляется, когда необходимо что-то опубликовать. Вот я сейчас и опубликую в нашей группе под названием «Мой стриминг» публикацию под названием «Это техническая...» Начинаю выходить, нажимаю в эфир. Добрый день, дорогие друзья! Я приступил к техническому вещанию. Вот идет моя трансляция. Кого сюда можно пригласить? Я вот еще пытаюсь это записывать. Записывать. Да, это записывается. Так, и смотрю, что там у меня происходит в Фейсбуке. Так, вот у меня идет трансляция. Добрый вечер еще раз, кто подключился к этой трансляции. Это чисто техническое вещание. Ничего, какого-то глубокого смысла вы тут от меня не услышите. Я просто тестирую канал для того, чтобы вы поняли. Итак, что мы имеем? Эту подделку мою можно убрать, вы уже ее видели. Что мы имеем? Мы имеем веб-камеру. Мы послушали совет, я вышел в эфир. Можем транслировать камеру в эфир. И с этим эфиром можно что-то написать в комментарии. Вот я сейчас напишу какой-то комментарий сам. Ставил смайлик. Чем хорошо, тут может быть обратная связь. Это технический комментарий. Напишите, что попало. Вот так. То есть это техника, это не какое-то специальное мероприятие. Просто тестирую. При этом я вижу, сколько человек смотрит, сколько я в эфире, смотрит один человек. Кто это смотрит, я не знаю. Без понятия. Это чисто мое тестирование. Так. Что еще? Ну, в общем, такая вот непрезентабельная, не особо интересная штука позволяет делать вещание в эфир, стримить. Это тоже называется стриминг, вещание. Ну, не такое красочное, не такое телевизионное, как бы нам это хотелось. Так можно стримить потоковое вещание и со смартфона брать, показывая что-то вещать. Ага, Василий Иванович, добрый вечер. Это чисто техническая проверка для новичков. Я записываю учебное пособие, и вот видите, что здесь получается. Такое живое общение через камеру с другим собеседником здесь не получится. Ну, мне вот не очень нравится, поэтому. Василий Иванович прокомментировал, написал букву «Я». Ну что, друзья? Видно, что смотрит один человек, больше мне сказать нечего. Я эту трансляцию сейчас завершу, на ее основе сделаю учебное пособие, как можно быстро, без подготовки, провести трансляцию или вещание из одной камеры, один выступающий. У меня идей, как подключить сюда второго, пока нет, хотя есть программки, где можно в это же окно вставлять еще кого-то, но... Это уже, мне кажется, не очень интересно. Это мало кто использует. Я вообще не видел ни разу, чтобы кто-то такое использовал. Это было пробное занятие по вещанию через Facebook. Нужно иметь учетную запись в Facebook. И вот так, как я показал, приступить к вещанию. Всего доброго. До свидания.